Мур, привет, друг, это Зверько. На дату выхода этого обновления я был в маленьком отпуске. Поэтому, чтобы не прерывать серийность обновлений, будет быстрый обзор на 1.5.0.2. Халид. Прирост атаки был 12.75, понерфили до 11.25. Пассивка. Уменьшили бонус к атаке. Вот формула. Было 50-180%, а будет просто плюс 160%. Ренейминг Прокки. Теперь он Броуди. Стартовая скорость автоатаки увеличена с 90% до 120.8%. А прирост атаки 2.2% был уменьшен до 0. Такое изменение было очевидным, я упоминал о нем в гайде на Халида. Кстати, можешь зайти и посмотреть и поучаствовать в розыгрыше на скин в 750 алмазов. В исправленном варианте гайда розыгрыша не будет. Пассивка. Уменьшили количество стаков, увеличив их эффективность. Лимит был 5, будет 4. Бонусный шанс крита вырос с 10% до 12.5%. Однако замедление чуть уменьшили по сроку, с 0.8 до 0.5 секунды. Время под ускорением после крита увеличили с 0.8 секунды до 1 секунды ровно. Первый навык. Апнули базовый урон с 200-350 до 250-450. Прирост урона с 25% до 33%. Перезарядка была 5.5, будет 4 секунды ровно. Уменьшили затраты маны с 55-100 до 40-90. Ульте расширили область действия на корпус, а перезарядку сократили с 32-24 секунды до 22-16 секунд. Барцу изменили ульту со словами: «В мире силы, что ультимейт недостаточно уникален для нашего героя, и задизайнили ему подходящую ульту». Да, теперь Барц не жжет огнем в круг, а та-дам! Проглатывает противника. Сначала я такой: «Ну ешкин кот, мы видели это кучу раз». Однако, поиграв, решил: «Почему нет? Почему нет?» Геймплейно ему очень подходит, а у противника есть шанс увернуться от проглатывания. В общем-то, механика проста. Детона. Заглатывает жертву на 2 секунды, нанося урон, а сам замедляется на это время. Зато получает исцеление от переваривания, и, конечно, навык работает со вспышкой. По скинам. Скин на Фашу, Императрица Феникс, вышел 6 августа и доступен в эпическом розыгрыше. Другие изменения. Подкрутили навигацию миньонов и крипов, имея в виду лесных монстров. Исправили лаг забегания в некоторые кусты. Оптимизировали эффект вибра... пропустим эту новость. Оптимизировали пенальти за корм и бездействие. Оптимизировали отображение скорости атаки с 2.50 до 3.00. Что значит 3 базовых атаки в секунду, то есть... Покупаешь плюс 40% к скорости атаки, статистика тебе отобразит плюс 0.4. На этом все. Скоро вновь увидимся. Смерть, смерть, тупый яд,